мышка. О, работает. Итак, выполним задание на типографию, потом поедем к Филу. Тогда. За Валерия Кетира. Окей, what's the emergency? Oh. Oh, Tommy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Ferrello's money. Oh, I feel like crap. Ferrelli? Sonny Ferrelli? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too. Мафия пытается обложить данью ваш бизнес. Разыщите их и убейте. Итак, Сони пришел забрать свою долю, но иным способом. Так что нам нужно сейчас что-то с этим делать. Я не знаю, я ТС-шку лучше не смог найти. Ладно, погнали. Нам, в принципе, все равно, но все же... Ну, на лодочную мастерскую я уже не успею, это понятно. Весь 28. Но я хотел забрать, чтобы найти на студию, если чем хватило. Ага, отлично. Ну вот теперь и начинаем валить. Да блин, куда они погнали? А, они стоят. Да ладно. Ага. Стоп, у меня оружия-то нету. You tell Sonny, stay away! You're gonna die for Sid. My city is mine now, not his! Да, у меня оружия-то нету. You got? Ну, погнали еще. Так, сори, ребят, я там радио переключал. Так, ладно. Значит, еще они где там? Ага, они к Кауфману едут, походу. Они либо к Кауфману, либо к фабрике мороженого. Или стоп. Ой-ё, они вообще в самую жопу поехали. Вот, не люблю я это. Вот они не к Кауфману едут, не к фабрике, а в самую жопу. То есть в клуб у Малибу, похоже. Если еще не в клуб полпозит. Ведь приходится же ловить их, вот приходится. Ничего с этим не поделаешь. Такой звук у Санчеса странный очень. Особенно когда разгоняешься уже. Ну и где они? Ага, у клуба маленький. Так, а это мое. Мои 10 тысяч. Так, еще есть. Тупое. Блин, стойте. Я ж, по-моему, на свой байк запрыгнул. А, не, у меня зеленый был. Я уже забываю, я тут встал недавно. Так, ладно. Ничего страшного. Значит, остальные у нас, я так понял, едут туда же, да? Малибу или что? Ну, сейчас разберемся. Нет, эти, походу, к Кауфману едут. Судя по всему. Не факт, но возможно. Поэтому сейчас надо следить осторожно за ними.
Я что-то в последний момент подумал, что жопка. Ага. Ха-ха, отлично, красавчики. Готово. Еще и тридцаточку дали. Нормально. Ну что, тогда поехали к Филу. Нашему любимому Филу. Так, М-ка. Это последнее задание, но я пока не пойду на него. Tommy, it's Lance. We got big problems. Come down here right away. You gotta listen to this one, man. 90 тысяч, нормально, хорошо. Ну это, конечно, не 3 миллиона, которые нам Sony давал. Но все же нормально. Итак, место Фила. Итак, давайте выполним задание на Фила. Оно называется «Торговец оружием». Кстати, хорошее начало. Билл! Run! Run! Never get in a naked flame too close to one of Phil Cassidy's moonshine steals. Shit, Phil. Drink that stuff? Hell, you don't have to drink it. Just a good whiff will set you off. Ah-wee! Listen, Phil, you said you could fix me up with some firepower. Sure thing. There's some Mexican gunrunner been doing me for business of late. He does his weekly runabout now. Hey! Ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground. And you'd be doing me a favor while you're at it. Then finish him off. Ух ты. Протараньте грузовики с оружием, чтобы ящики выпали на землю. Ага. А, да, их же несколько. Так, тихо, музыка. А у меня колесо. Ну что, я даже не знаю, каким заняться. Блин. Ну давайте самым крайним сначала, наверное. Вариантов не особо много. Ах да, кстати, пока я не начал его таранить. Пока не начал. Вот так вот. Он мне очень потребуется. Так, ладно. Вот ящики. Так, готово. Эй, ты. Ты! Ты куда пошел? Ой. Блин, надо взять это оружие. Да, пошел нахрен. Стоп. А, тут еще есть. Эй! Ага. Все, поехали к другому. Они вызвали подмогу. А, да, сейчас будут на мопедах пацаны приезжать. За их убийство, кстати, по 100 баксов дают, так что можно так фармить, но нет, бесполезно. Ну, по крайней мере, для меня. Не особо люблю. Вон они, да. Тихо, 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 мужик. Только не давите меня. Стоп, еще есть? Спокойно, спокойно. Слушайте, тут реально проблема с
со всем этим оружием, особенно когда тебя вот эти вот преследуют. Да, встаньте вы от меня. Мышка. А, блин, надо же убить его еще, я забыл. Ну, не его, а грузовики все. Говно задание. Нет, твою мать, сука! Ёб твою мать, просто... Нахрен я пошел в киностудию покупать. Просто нахрен. Блин, эти грузовики надо было уничтожать. Я не понимаю, зачем. Я водителей убил. А зачем груз... О, отлично. Еще и так. Ну, знаете что? Это уже выше моих сил, по-моему. Ну, так, немного. Это надо уже ехать в Амунейшн и закупаться каким-то оружием. Желательно УЗИ. Ладно. Так, опять мышка. Да, твоя мышка. Все. 60 тысяч она стоит. Так, ладно. Как я и говорил, киностудию я приобрел, потому что все-таки... Надо, ну надо так надо, я спорить даже не буду. И теперь мы здесь выполним 4 задания. Потому что все-таки, ну, они как бы тоже в какой-то степени сюжетные. И. Ну и дальше все, фил и финал, по сути. Хлопоты по найму. Action. Whoa! Now that's big. 12 inches. That is regulation, baby. Cut! Who is this idiot? You! You! Why are you in my space? Why? What is all this crap? Aliens! Hey, baby, fishing poles! Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go! Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy! That's why! What is this? This is my art! Security! Look, you pompous asshole! I own you now! I own all of this. We're gonna turn this place around. I'm gonna make you rich. You're Tommy Vercetti, but I thought that you were... That's right. We're gonna be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about, But first, we're gonna need some good-looking bros. Yeah, girls are fine, but you... Wow. What's that guy think this is? Some free art crap? Jeez, like anyone ever watched movies about fish? Так, Кэнди Сакс, работает в деловом районе. Нам нужна 4-местная машина, кстати. Кстати, да. А еще... Да, точно, здесь есть УЗИ. Ну, УЗИшка мне пригодится. Сейчас надо будет там кое-что сделать. Ладно, поехали искать новых знаменитостей для нашего фильма. Блин, может все-таки... Да, надо в Умунейшн заехать. Все-таки надо. Ну, закуплю только УЗИ, по сути. Вот и все. А больше мне не надо. Pressing your shoes has extended wait time and is the number.
Так, окей. Теперь сюда. Ну, сейчас погонять, правда, придется, но... Ладно, это полбеды, если честно. Так, пакетик. Я сказал пакетик. 29. Еще один надо. Ну, нам сюда. Ага. Yo, Candy, I'm looking for movie talent. You interested? Sure. But you'd have to talk to my agent. The hell are you doing? You should have stayed at home today. Can you believe this, asshole? Oh, it's over, son. Ага. Разберитесь с сутенером и потом заберите ее. Окей. Давай, мужик, давай. Все. Угомонился. Стоп, теперь мне нужна четырехдверная машина. Так. Нашел. Вот ты. Вот твоя тачка хорошая. Ага. Вот и все. А, стоп, здесь еще бабло, оказывается. Come on, let's go. Езжайте навстречу с Мерседес. Ну, поехали. Сейчас наберем. Будем снимать. Ой, бабуля, извиняюсь. Все отлично. Все хорошо. Так, тут Лафис у нас. Хорошо, кстати, что этот лимузин всегда будет доступен. Ну так, на всякий случай все-таки. Так, теперь ты. Damn, you stepped on my side. Hey, Tommy, you want a party? Not now, sweets. You interested in doing some movies? Of course, as long as it's cheap and sleazy. You're hired. Get in. Так, отвези девочек назад в студию, чтобы познакомиться с Стивом. Ну, поехали. Ага. Искусственный интеллект этой игры зашкаливает. Сюда иди, дура. Все, садитесь. Ну, вот и все. Вот, в целом, такое задание. Эх, ребята, не знаю, как сейчас видео снимать с этой курсовой сраной. Нет, я, конечно, буду искать время, но тяжело будет. Так, ладно. Не будем плохо. Значит, нашли. И, по сути, отвезли. Следующее задание, но одно из самых противных в этой игре. Потому что... Там топливо ограниченное количество. Плюс скиммер этот в любой момент упасть там может. Hey, Tommy, you coming in for a warm-up? Maybe later, babe. People like you we're shielding ourselves from. Liberals, degenerates, the Welsh. They're the ones responsible for the nightmare Vice City is today. The Whoa, cool shark. Всего лишь 1000. Так, сразу. Сразу сохранится. А, вот так вот. 8:34 время. Нормально. Так, ну и давай следующее задание. Которое называется у нас рекламная кампания. How's filming going, Steve? Well, Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading.
Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. What'd I say about the giant shark? Oh, boy. I said, no giant shark, all right? Just keep the cameras pointed at the poontang. Okay, okay. Hey, Tommy, you guys gotta try, right? Get those flyers printed up. Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, in my trailer. Так, за студией стоит самолет. Его использовали в съемках какого-то старого фильма. Именно так выделили какого-то. Используйте его, чтобы разбросать флаеры по городу. Ах, не любил я это задание никогда. Потому что со скиммером этим не дружил. Вообще не дружил. Ну ладно. Короче, надо пролететь через одну контрольную точку, затем достигнуть следующей. И только тогда засчитают. У него управление очень неудобное у этого скиммера. Он неповоротливый, ужас. Нет, ну вот так вот, конечно, поворотливый, но вот в плане всего остального... Да нет, часто уже не особо замечается. Самое обидное, что у него же топливо, определенный запас. В любой момент он ведь упасть может по моей... Я, кстати, так разбрасываю флаеры классно, то что это... там на свалку, просто на какую-то местность неопределенную там... Надо же сбрасывать на самое главное, по сути. В воду там могу сбросить пару десятков тогда уж получается. Не, ну часто это задание не трудное, это понятно. Так, теперь туда надо. Во. Готово. Плакат про то, что Элвис Пресли стал зомби. Блин, прекрасный плакат, прекрасный вот юмор от Рокстара. Блин, такого нигде не видеть. Так, сколько там? Я что-то не считал. Два, по-моему, осталось. Да, да. Блин, сейчас же между зданиями надо будет кинуть. Правильно ведь? Да, между... О, боже мой. Это надо было напоследок оставлять, серьезно. Хорошо. Последнее. Я надеюсь, я в ту сторону лечу, чтобы их скидывать. Да. Все. Готово. Еее. Ну-ка, я посажу его или нет? Слушайте, однако это было легко. Серьезно, я так быстро это задание прошел. Что ж ужас.